Решение правительства предоставить компенсации в отопительный сезон в денежной форме создаст хаос и огромные очереди в почтовых отделениях страны. Об этом в ходе публичных дебатов, организованных сегодня в парламенте, заявил представитель госпредприятия «Почта Молдовии» Виктор Каун. Кроме того, по его мнению, некоторые граждане, получив деньги на руки, могут использовать их не для оплаты счетов, а на другие цели. Поэтому, отметил представитель «Почты Молдовии», правительство должно разработать ряд мер, чтобы не допустить такого развития событий. Я считаю, что практика прошлого года была лучше, потому что сейчас мы, по сути, рассчитываем на совесть человека и его понятливость как получателя и плательщика. Поскольку он получает деньги на руки, уже сам ориентируется, что именно ему оплатить. Я понимаю, что есть механизм, о котором вы говорили, механизм принуждения, отключения и непредоставления средств в следующем месяце. Если его не будет, это приведет к хаосу. Но в то же время в почтовых отделениях будут огромные очереди. В этом году так называемые зимние компенсации не будут указываться в счетах за коммунальные услуги, как было до этого. Они будут предоставляться в денежной форме непосредственно каждому домохозяйству и выдаваться либо наличными в почтовых отделениях, либо перечисляться на банковскую карту заявителя.